Ну, короче, дела вообще печальные все здесь нам. Тут, короче, нахуй уже просто инженеров, пехот, которые приехали, 6 человек, их сразу сходу здесь отдали в пехоту, короче. И они, короче, сегодня пошли разговаривать, нахуй, они все в отказ, все, нахуй. Они готовы сесть, нахуй, уехать на нолик, то есть все, прервать контракт, нахуй, похуй вообще. Хуя себе, блядь. И тут пацаны еще вот у нас, короче, тут остались сколько человек, несколько человек, они тоже все, нахуй. Завтра, послезавтра, там, я не знаю, они все уезжают, все, нахуй, военную полицию, прокуратуру, все, они все увольняются, нахуй. Вчера пришли, нахуй, пидоры там, нахуй, замполит бригады, которые там бегают, тут, нахуй, срачивают, бежали там толпой, нахуй, короче, все, давайте вещи, все, вы в пехоту уходите, типа, нахуй. Мы тут залупили все дружно, да пошли вы, нахуй, Клесов психанул чуть этому, нахуй, замполита бригаду чуть ебало не разбил, короче, нахуй. Вот от него там убегал, короче, нахуй. Ну ты прикинь, ёбаный в рот, ну это смешно. Просто решили нас, и все, в пехоту, все. Нету нахуй, понимаешь, людей. В ротах осталось по 10-15 человек. Все, безвыходная ситуация, понимаешь, просто вообще. У них в штабе, короче, там нахуй данные висят, нахуй. Укомплектованность нахуй нашей бригады 87%. Прикинь, пидорасы все делают. Нас тут нахуй даже 10% не наберется. Со всеми ёбнуться нахуй просто. Даже сейчас, если вы командирами взводов приедете нахуй, вам не с кем работать. Нет ни саперов, нет, блядь, ни экипажей. Просто кого вообще. Несколько водителей нахуй и пиздец. Вот такая обстановка, короче, нахуй. Пиздец. И мы сидим, понимаешь, мы уже морально так убиты нахуй, мы сидим. Да я хуй знает. Меня вчера уже так мутануло, там клинануло, нахуй. Я думаю, сейчас эти пидорасы, замполиты, еще раз, хоть сюда еще раз придут, я их тут тварей расстреляю, нахуй. Давай по ангару там ебашить, нахуй, ебать. Блять, да нервы, братан, сдают, вообще сдают. Да его, понятно, понятно, понятно. Понимает, блядь. Я просто вообще, знаешь, мне в голове не укладывается, я вот не пойму, почему, сука, почему не выведут нас? У нас осталось в каждой роте, от БТГРов нихуя не осталось, у нас осталось тут по 10-15 человек. У нас так от роты, от нашей роты, так вообще вот здесь на передке, мы остались тут нахуй ебать в рот. 7 или 8 человек. Это, блядь, от роты, блядь. Вообще пиздец какой нахуй.